Здравствуйте! В эфире «Большие итоговые новости». Сегодня они не только большие и не только итоговые, они праздничные, ведь Брест празднует свое тысячелетие. К празднику готовились, ждали его в буквальном смысле все брещане. Ведь место, где мы родились, делали первые шаги, учились, приобрели первых друзей, познали первые сокровенные чувства, живем и работаем, навсегда останется в нашем сердце. Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш замечательный город. Праздник тех, кто сегодня приумножает славу Бреста. И, конечно, праздник молодого поколения. Кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой родины. Сегодня Брест стремительно растет и динамично развивается. А все потому, что в нем живут неравнодушные люди, которые не только работают на благо процветания родного города, но и отдают ему частичку своего сердца, тепло своей души. Большие торжества по случаю празднования тысячелетия областного центра стартовали еще вчера с важных официальных мероприятий. С участием главы государства был торжественно открыт западный обход. Новая транспортная развязка должна качественно повлиять не только на городской трафик, но и сократить время простоя транспорта в так называемых пробках. Открывая комплекс, Александр Лукашенко поблагодарил строителей за особое отношение к работе и отметил, что этот непростой объект возводили сами брещане. Все подрядные организации, работавшие на строительстве моста, представители Брещины. С перерезанной красной ленты началась новая история. История очередного развития города Бреста. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Свой визит на Брещину глава государства начал с посещения объектов, включенных в план подготовки Бреста к тысячелетию. Большой экскурс для Александра Лукашенко провели губернатор региона Анатолий Лис и председатель горосполкома Александр Рогачук. Президенту показали, насколько преобразился за последние 3 года город и как много было сделано для того, чтобы областной центр достойно встретил свой красивый юбилей. На картах и наглядных иллюстрациях весь перечень объектов, а также примеры комплексного благоустройства. Во главе списка, конечно же, западный обход. Это, конечно, самое такое важный для города стратегический объект, который сегодня дал возможность. Вот он как выглядит. Здесь вот. Прошу отдельное поручение не обидеть этих людей. Я помню. Вот 40 семей мы переселили здесь рядышком в комфортные дома, ни одного судебного не было даже разбирательства. Люди получили взамен старому новое жилье, а город – новую масштабную транспортную развязку. 32 месяца именно столько понадобилось брестским строителям, чтобы над большим железнодорожным переездом появилась новая современная надземная магистраль. Общая длина путепровода с учетом кольца и 4 съездов – более 2500 метров. Транзитная часть комплекса предусмотрена для 4-полосного движения. В центральной – большая развязка, обеспечивающая беспрепятственное продолжение движения в любом из направлений. На улице Зубачева, Дворникова, лейтенанта Рябцева, брестских дивизий. Внутренний диаметр кольца 110 метров, внешний почти 150. Эта конструкция стала ключевой в большом строительном объекте. Она соединила 4 совершенно противоположных направления, чем поспособствовала не только скорейшему перемещению транспорта, но и избавила район от заторов и излишней загрязненности. Именно в этом Александр Лукашенко видит основное значение западного обхода. Общаясь со строителями, глава государства подчеркнул особенно. Они подарили городу в первую очередь здоровье. Это не просто дорога, это здоровье жителей города Бреста. Мы убираем огромные потоки транспортных средств с города и направляем их в обход. Вы выполнили не только мое поручение, а сдержали свое слово. Построили путепровод, который связал берега реки Муховец, погранпереходы Варшавский мост и Козлович. Когда я приехал сюда первый раз, и вы мне о своих планах рассказывали, как это будете делать, я немного сомневался, что вы сможете это сделать в срок. Но оказывается, вы этот уникальный объект построили с опережением на 2 месяца. Молодцы, значит, умеете это делать. Конечно, внимание заслуживает и тот факт, что на строительстве западного обхода были задействованы только брестские организации. Это Александр Лукашенко отметил особенно и добавил, что лучшие подарки городу делаются руками его жителей с любовью, с пониманием, что в первую очередь это нужно им самим. А благодаря ответственной работе строителей и их особому подходу к делу, реализовать задуманное удалось в довольно сжатые сроки. Не на словах, а на деле вы внесли свой вклад в развитие Беларуси, страны, для нашей жизни, для жизни наших детей. И, как говорят в народе, лучший подарок тот, что сделан собственными руками. Брещане этот объект
построили, сделали собственными руками. Это хороший подарок к тысячелетию города. В качестве подарка президенту и на память об открытии объекта Александру Лукашенко мэр города Александр Рогачук и строители подарили маленький макет моста. Большой же объект теперь будет использоваться по своему прямому назначению. Спуском здесь транспортного потока движение в Бресте станет более комфортным и удобным. Следующим пунктом маршрута главы государства стала Центральная городская площадь. Здесь президента ожидали на торжественном открытии празднования тысячелетия города Бреста. В насыщенном рабочем графике Александру Лукашенко особое место отвел нашему областному центру, чтобы не только открыть важный объект, но и встретиться с людьми, почувствовать настрой горожан в преддверии такого важного мероприятия, а также вручить особый подарок – реликвию, чья судьба столетиями была неизвестна берестейцам. Речь идет об изданных в 16 веке экземплярах Брестской Библии. Это стало не просто сюрпризом для брестчан, это особый знак уважения к городу и его истории. Большое торжество собрало на Центральной городской площади огромное количество гостей, представителей вертикали власти, почетные гости, духовенство разных конфессий, горожане, всех тех, кто связан с городом и его судьбой сегодня. Ближе к полудню на празднике появился президент. Предварили церемонию торжественного открытия мелодии, на которых выросли поколения белорусов. Это песни о Беларуси, о Брещине, о ее духовном богатстве, о ее людях и удивительной природе, вдохновлявшей и вдохновляющей на творчество композиторов и поэтов. Быть вместе в этот день значит радоваться общим победам и общим достижениям. А их у Бреста и брещан много. В первую очередь это благоустроенный и уютный для жизни город. Сегодня мы вместе отмечаем тысячелетие Бреста. Одного из древнейших белорусских городов, который по праву считается перекрестком времен и народов. Его история – достояние всей нашей страны. Его современный облик – повод для общей гордости. Сегодня уже, да, Брест стал гордостью нашей страны и имеет приличный внешний вид. В своем обращении к горожанам президент не раз обращался к истории Бреста, которая началась с упоминания нашего города в повести временных лет, с того, как закалялся характер людей, живущих на рубежах Запада и Востока, и как много в большой летописи государств связано с местечком на Буге. Мы никогда не забудем, как в 41-м самоотверженная оборона Брестской крепости сорвала планы быстрой победы фашистской Германии. И сегодня героическая цитадель стала символом подвига советского народа в Великой Отечественной войне, местом поклонения для неравнодушных людей со всего мира и прежде всего нашего того огромного Отечества. Этот город был пионером во многих прогрессивных начинаниях. Первым на белорусской территории получил Магдебургское право. Здесь построили первую типографию, где была напечатана Брестская Библия. Отсюда родом первый белорусский космонавт и белая молния, олимпийская чемпионка. На Брестщине родилось немало знаменитых ученых, художников, музыкантов, а также политиков. Здесь была создана первая свободная экономическая зона. Она стала примером партнерского взаимодействия бизнеса и государства, примером успешной работы перспективных предприятий с высокой социальной ответственностью. Сила и мощь города в его стабильности президент подчеркнул особенно. Брест этим отличался всегда. Здесь не только хранят традиции, но развивают новые технологии, экспериментируют, творят. Брест сегодня открывает ворота в нашу красивую, сильную, миролюбивую страну, которая всегда радушна, принимает гостей. Дорогие брестчане, именно нам с вами, вдумайтесь, современному поколению белорусов,
выпала честь праздновать этот великий юбилей. Мы готовились к нему всей страной. Сегодня город встречает свой миллениум обновленным, еще более благоустроенным и красивым. Мы с вами шагнули сегодня во второе тысячелетие. Я обращаюсь ко всем, кто здесь родился, и всем, для кого Брест стал второй родиной. Вы действительно особенные, в полной мере обладающие нашими национальными достоинствами, талантливые, добросердечные, гостеприимные и особенно трудолюбивые, но еще больше предприимчивые и патриотичные. За минувшую тысячу лет ваши предки вписали в летопись Бреста немало героических страниц. Вам создавать историю будущего. В юбилейный год вы показали свою настоящую любовь к родному городу не на словах, а на деле. Конечно же, одним из самых трепетных и волнительных моментов церемонии стала передача городу экземпляра Брестской Библии, одного из старейших изданий на территории Беларуси. Более 400 лет судьба книг брестской типографии была неизвестна. Теперь же Брестская Библия займет достойное место среди экспонатов музея истории города. Она была вручена директору учреждения Светлане Тамчук. В такой знаменательный день примите еще один дар, достойный такой великой даты. Это экземпляр Брестской Библии. Той Библии, о которой я говорил, отпечатанной здесь почти полтысячелетия назад, в год Малой Родины, эта вечно живая книга возвращается к себе домой. Наши предки считали, что город, в котором издавалась Библия, находится под особой защитой небес. Его никогда не смогут сокрушить ни время, ни люди. И преподнося вам этот дар, я помню, что это стало возможным, в том числе благодаря вашим предпринимателям, которые за собственные деньги приобрели, выкупили, можно сказать, и привезли на родину этот великий подарок. Пусть Брест и дальше процветает, развивается. Восхищает гостей Бреща. Позвольте мне от всей души, как вашему земляку, поздравить всех вас с великим праздником. Желаю всем счастья, мира и благополучия. Еще раз подчеркиваю, помните, нам выпало великое счастье взять наш молодой цветущий Брест за руку и ввести его в новое второе тысячелетие. Ответный подарок от благодарных брещан президенту – ювелирная работа известного мастера Беларуси Николая Кузьмича Васильки. Подарки в этот день были и музыкальными. Праздничная программа была наполнена сюрпризами для горожан. Поздравить Брест приехали и гости из столицы – уроженцы Брещины. Публика активно поддерживала самое зажигательное выступление. Брест тысячу лет. Эти слова в эти дни звучат по-особенному волнительно для каждого жителя нашей страны. Ведь город над Бугом – столица экономических новинок и культурных фестивалей, место встречи образовательных и спортивных интересов. Это колыбель, взрастившая такое количество известных людей, чьи имена – легенда истории Беларуси. Все, чем мы сегодня гордимся, чем славится наш город, это все было создано нашими людьми, брещанами. И я с удовольствием поздравляю свой любимый город и всех брещан с днем рождения. И хочу сегодня пожелать, чтобы мы хранили те славные исторические традиции древнего Бреста, чтобы мы были дружны, чтобы мы были едины, и чтобы наши силы, надежды, наши стремления, старания помогало развиваться, процветать нашему городу. И чтобы каждый брещанин здесь был счастлив, любим и успешен в своем деле. Я горжусь тем, что я брестянин. А желаю Бресту одного, чтобы следующие тысячи лет были мирными для Бреста. И чтобы Брест никогда больше не горел, не уничтожался, а был всегда мирным, цветущим городом. Если будет мир, будет Брест самым лучшим городом на земле. С
праздником вас. И громкие овации в честь праздника лишь подкрепили существующее в городе особое настроение, с которым встречают миллениум все те, кто считают своим домом город Брест. Конечно же, в маршруте президента Брестская крепость. В графике каждого своего визита Александр Лукашенко выделяет время для того, чтобы возложить цветы к вечному огню и вспомнить о погибших за мир и независимость Беларуси. Здесь же глава государства пообщался с журналистами. Конечно же, одна из тем, которую подняли журналисты – судьба аккумуляторного завода. Здесь Александр Лукашенко был предельно конкретен. Важно не навредить экологии, не поддаваться дешевым провокациям, уверен президент. Объект должен быть исключительно чистым, экологически важным объектом. И обязательно, если мы его будем вводить, с экспертизой местного населения. Люди, представители людей, не депутаты, не чиновники, хоть я не хочу подвергнуть там сомнению работу депутатов, ни в коем случае. Но в данном случае пусть люди, если мы будем вводить объект, подскажут, потребуют экспертизы провести и прочее, но только они будут решать, быть этому заводу и каким будет этот завод. Хочу успокоить людей, нынешняя власть разберется. Не с такими проблемами разбирались и их решали. И мы ее решим так, как нужно брестчанам. Вопросы внешней политики также волновали журналистов. Много разговоров в последнее время было вокруг того, какого же курса придерживается Беларусь. Ответ здесь, по мнению Александра Лукашенко, один – это многовекторность. Это наш кусок земли, и он центр Европы, он на перекрестке всех путей. И когда возникли проблемы в Украине, в странах Балтии, еще ценнее стали эти тысячи километров почти с севера на юг. И это, можно сказать, единственная мирная добрососедская страна у России, через которую она осуществляет контакты со всем, как говорили раньше, цивилизованным миром. Западной Европы, Соединенными Штатами Америки. И в обратном направлении на восток, Китай уже активно работает. Вот в Бресте мне сказали, настолько увеличился грузопоток по железной дороге, автомобильным дорогам. И прежде всего за счет Китайской Народной Республики. Для нас благо. Они везут туда товар, контейнеры оттуда возвращаются, мы грузим свой товар и так диверсифицируем рынки. Вот она ценность этого клочка земли. И естественно, за этот клочок земли сегодня идет порой незримая борьба. Все хотят влиять. Но мой характер, и меня вы уже давно знаете, я не приемлю, когда начинают влиять чрезмерно в ущерб нашему народу. Это недопустимо. От вопросов внешней политики к делам спортивным. Совсем скоро Беларусь примет еще одно важное мероприятие – легкоатлетический матч Европа-США. Каково основное значение реализации этого проекта? У нас хорошая традиция. И мне, конечно, хотелось, чтобы легкая атлетика как-то развивалась, поднималась. Вроде там федерация начинает шевелиться. И, конечно, вот этот матч, он подстегнет развитие легкой атлетики. Обязательно подстегнет. Во-вторых, я хочу, чтобы вы просто увидели этот праздник. Вот так, как европейские игры. Все кричали, вот-вот-вот, да мы сэкономили на европейских играх деньги. Даже не все использовали, которые выделяли. Мы ничего не потеряли, только в плюс. Точно так и этот матч. Это, я вам скажу, в сегменте круче, чем европейские игры. Это такой матч, я не ожидал, что Себастьян Ко, я его попросил руководить Международной Федерацией англичанина, вот я с ним буду встречаться, еще раз поблагодарю. Я его попросил, потом думаю, не дадут нам. Не дадут при такой политизации, а не отдали нам проведение этого матча. Это имидж, ведущие каналы купили трансляции с этих игр. Поэтому куда ни кинь, везде это в плюс. Что касается, что завтра, вот без этого не было бы завтра ни чемпионата мира, не этапов Кубка мира. Вот как в биатлоне. Провели летний чемпионат по биатлону. И сказал, что это же летний и так далее. Хотя я люблю биатлон и вообще сам занимаюсь и летом, и зимой биатлоном. И я хочу, чтобы люди наши тоже посмотрели, что такое ролики, лыжероллеры. Проведя летний чемпионат по биатлону мира, мы уже знаем, что у нас будут и этапы Кубка, и чемпионаты мира. Точно так здесь. Проведя вот эти два форума, все увидели, что мы не просто можем их провести,
мы можем обслужить людей, мы можем принять их. И притом не просто делано как-то, понимаете, вот власти сказали, там где-то люди с душой отнеслись к этому. Открытая душа наших людей, и все с ума посходили иностранцы, которые приехали от доброты и гостеприимства наших людей. А следом тысячи людей, сотни тысяч приедут в Беларусь. Ну это же туризм, за который мы боремся. На свой тысячелетний день рождения город над Бугом собрал большое количество гостей, в их числе официальные побратимы и партнеры, с которыми Брест имеет эффективные и плодотворные отношения. 47 официальных делегаций из 12 стран мира сегодня находятся в Бресте. С юбилеем брещан поздравили и представители всех областных центров Беларуси. Порядка 400 почетных гостей приехали не только для того, чтобы обсудить взаимодействие и наметить новые векторы развития, но и разделить радость праздничного дня. И, конечно, какой праздник без подарков? Многочисленных гостей сегодня принимал Брестский академический театр драмы, открывая прием, статус которого явно особенный, председатель Брестского горосполкома Александр Рогачок выразил благодарность присутствующим за совместную работу и укрепление экономических связей. Всего прибыло 47 делегаций из 12 уголков мира Франции и Словакии, Израиля и Германии, Нидерландов и Венгрии. У нас вчера, вы знаете, присутствовали, был самый главный наш гость, наш президент Александр Григорьевич Лукашенко. И, естественно, ту оценку, которую он дал подготовке города, в целом тем преобразованиям, которые прошли в нашем городе за последние 3-5 лет, как он сказал, она для нас комплиментарна, но в этой оценке есть и элемент нашего с вами взаимодействия, потому что мы учимся у вас, когда бываем у вас в гостях, мы лучшие ваши опыт принимаем, проецируем себя здесь, в городе Бресте, поэтому кажется, что наша, это общий наш успех. Традиционно много гостей из стран-соседок – России, Украины и Польши. По этому поводу поляки даже шутили, мол, добраться в Брест можно на велосипеде или пешком. А если серьезно, такие близкие и достаточно стабильные отношения с регионами Польши возможны не только благодаря географическому положению. Повет Бяло-Подляска – это повет, который граничит с Беларусью, граничит и на протяжении 15 лет тесно работает с Брестом. Это сотрудничество для нас очень важно, это пример плодотворных связей. Вместе мы реализуем немало трансграничных проектов, что позволяет и нам, и брещанам привлекать и использовать средства Евросоюза. Важно и экономическое сотрудничество регионов. Беларусь в последнее время, в последние 10 лет изменилась к лучшему. И я желаю сегодня Бресту, его юбилей, развиваться и дальше, а брещанам всех благ. Не менее тесные налажены отношения и с партнерами из Украины, кому как не им, таким частым гостям, судить о том, как поменялся Брест за последние годы. Он значительно похорошел. Он и тогда был хорош, он и тогда был хорош своей архитектурой, своей аккуратностью, своими людьми приятными. А сейчас он похорошел, он как бы приобрел второе дыхание. И это здорово, он весь цветет. Вот я приехал вчера, и душа прям приподнимается, потому что все цветет, все чисто, все свеже. И люди, которые я встречал на улице вчера, ходил вечером, просто удивили меня. Они все, нет ни одного человека, который бы был с хмурым лицом. Все улыбаются. А вот гости из дальних стран подчеркивали, расстояние не помеха для взаимодействия. У французов, например, планы грандиозные. Планируется наладить авиасообщение между французским и белорусским Брестом. Я не в первый раз в Бресте и очень благодарен, что регулярно меня приглашают. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с тысячелетием. Желаю только самого лучшего Бресту и его жителям. Находясь здесь, мы рассмотрим вопрос развития авиасообщения между двумя Брестами. С действием новой политики в области белорусского туризма безвизового режима, мы очень заинтересованы. Также нас интересует партнерство в свободной экономической зоне. В общем, с кем-то налажены эффективные и тесные контакты. Речь о 20 и даже 30-летних побратимских связях, а с кем-то взаимодействие только начинает набирать обороты в экономике, культуре и социальной сфере. Но все же самое главное, как признаются почетные гости, это дружба между людьми. Мы видим, что город развивается, у города большое будущее. Ну а главная ценность, наверное, каждого города – это жители города. Поэтому хочу пожелать каждому жителю Бреста счастья, здоровья, благополучия, а городу процветания, развития и мирного неба. Мы уже вот 8 лет работы по вот инициативе «Город, чтобы желать с детьми» с Брестом. А в 2014 они получали вот почетное звание вот, «Город, чтобы желать». И мы дальше работаем, что
более эффективный и более конструктивный можно город быть для маленьких жителей. Подарки Бресту самые разные – от сертификатов для приобретения оборудования в учебных заведениях, книг и картин до исторических экспонатов, которые будут храниться в музеях города, сладких угощений, привезенных издалека, символов государства. Были и масштабные подарки. Гости из голландского города-побратима Кувордена подарили Бресту и его жителям специально разработанный проект по безопасному движению. А представители делегации из немецкого города-побратима Равенсбурга вручили градоначальнику чек на сумму 30 тысяч евро на приобретение УЗИ-аппарата для одной из поликлиник города. После такого приема сомнений не возникает. Связи не только на бумаге, они действуют в реальной жизни. Между городами-партнерами и побратимами в новом тысячелетии они станут еще крепче, а сотрудничество разностороннее. У дружбы городов, конечно, не тысячелетняя история отношений, но сегодня, похоже, для этого есть все шансы. Сегодня великий и грандиозный праздник для всех нас. Мы поздравляем наш любимый город Брест тысячелетним юбилеем. Пусть каждый год, который он стоит на этой планете, делает его все краше и краше. Желаем, чтобы это место было родным уголком на Земле и счастливой точкой на карте для каждого из нас. Желаем бравого процветания, доброго развития нашему любимому Бресту и светлого счастья всем его жителям. Пусть мы и точно знаем, что нет в мире города лучше, чем наш, но мы верим, что нет предела совершенству. С праздником нас, жителей самого удивительного города на Земле! Уважаемые телезрители, сегодня в 9 часов вечера смотрите прямую трансляцию с Грибного канала. Мы покажем всю музыкально-историческую композицию «Миллениум». А вторник, 10 сентября, смотрите в 19:40 на нашем канале полную версию праздничных мероприятий, приуроченных и посвященных тысячелетию Бреста. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах в эти дни будут только праздничными и добрыми.